Прокуратура Кашхабльского района 24 мая 2016 года во исполнение распоряжения прокурора Республики Адыгея проводился выездной прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Данный прием проводится уже третий год и направлен на выявление тех нарушений прав граждан, которые они испытывают в ходе деятельности управляющих компаний различного рода, предоставляющих услуги. В ходе приема управляющей компании ЭПОНА в поселке Манский Кашхабльского района на прием обратилось 4 человека. В частности, вопросы касались начисления коммунальных платежей, управления многоквартирным домом, принятия управляющей компании мер по ремонту, содержанию многоквартирного дома, а также осуществление текущего ремонта как самого дома, так и тех квартир, которые им принадлежат. По результатам принятого приема принято 3 письменных обращения граждан и 1 устное. Все они, данные обращения адресованы прокурору Республики Адыгея, непосредственно зарегистрированы, и по ним будут проводиться проверочные мероприятия и приниматься необходимые меры по наличию достаточных оснований.